джем. Давайте джем. Давайте, если выдержит туша джем. Выдержит, выдержит. Но кино точно еще должно быть. Ну что, через время. Я покажу. Давай. Ну давайте я речь скажу, там сделаем паузу, да? Вот, я решила опять без бумажки, потому что я посмотрела свою бумажку, поняла, что все равно не успела сказать, что хотела, потому что забыла в нее посмотреть вовремя. Поэтому будем учиться говорить как-то так и формулировать. Вот Андрей говорил все время, что высказывание должно быть артикулировано. Для меня это очень важно. Причем это высказывание, оно должно быть артикулировано во всем, что ты делаешь. Пусть это текст, музыка, поступок, все что угодно. И вот он так жил. И сейчас, да, вот 40 дней, некоторые товарищи считают, что важный очень момент, и что какие-то дверочки открываются, какие-то дверочки закрываются. И некоторые еще говорят, что ну, после этого будет немного легче. Ну, это, я думаю, мы сможем проверить экспериментальным путем. И вполне возможно, что через какое-то время мой этот плач Ярославный, который развела в Фейсбуке, тоже сойдет на нет, но вот это намерение действительно собрать все эти закатившиеся шарики, большие и маленькие, оно настанется, оно очень серьезное, и оно надолго. Поэтому, дорогие товарищи, обращаю к вам опять я свои речи, пожалуйста, не забывайте. Я вам буду напоминать и периодически дергать, и говорить, о, может, еще где-то шарики. Их было очень много. Спасибо.